локальный офис корпорации Oracle при поддержке учебного центра Bass University провел технологическое мероприятие Oracle Database 11G Migration Tour. Семинар специально разработан для компаний, намеренных обновить системы Oracle 9i и Oracle 10G на Oracle 11G R2. Oracle Database Server 11G R2, являясь передовой и одной из популярных в мире систем управления базами данных, принесла значительное количество новаторских технологий. Многие из этих улучшений давно ждали администраторы и разработчики. Однако необходимость одновременного обновления версии, базы данных и приложений, а также связанные с этим риски, останавливают многие организации от немедленной и полноценной миграции. В этой связи мероприятие именно способствовало накоплению критической массы технических знаний для эффективного обновления имеющихся систем с минимальным временем простоя. База данных Oracle – это, собственно говоря, то, с чего начинала свою деятельность корпорация уже почти 30 лет назад. Это система, которая позволяет хранить, управлять и защищать доступ к той информации, которую оперирует, в принципе, любая организация в ходе своей деятельности. Такие системы называются реляционные системы управления базами данных. В настоящий момент у нас практически все более-менее крупные организации, которые работают на территории Казахстана, являются нашими клиентами. Госсектор, телекоммуникации, банки, финансы и прочее. Ольга Сухова, директор учебного центра Bass University, подчеркнула значимость подобных мероприятий. Мы рады поддержать мероприятие, которое проходит сегодня в Алма-Ате, мероприятие Oracle, посвященное переходу на последнюю версию СУБД Oracle. Версию 11G, релиз 2. Поскольку мы, как авторизованный учебный центр Oracle, предлагаем прежде всего полную линейку обучения по Oracle, в том числе обучение по 11, то есть последней версии базы данных. На сегодняшний день в Bass University, в нашем учебном центре, работает 3 сертифицированных преподавателя, которые обладают сертификатами Oracle Certified Professional по 10 версии и по 11. Благодаря сотрудничеству с корпорацией Oracle мы надеемся, что значительно расширим как и круг своих клиентов, ну и, собственно говоря, внесем свой вклад в то, чтобы облегчить переход, который неизбежен, безусловно, переход на последнюю версию баз данных, то есть выполнить ту задачу, которая стоит перед многими-многими заказчиками. Таким образом, можно быть уверенным, что семинар, посвященный обзору различных вариантов обновления баз данных, помог IT-специалистам многих казахстанских компаний выбрать наиболее подходящий метод полноценной миграции на Oracle Database 11G R2.